Российский лидер серьезно болен раком. А еще он находится в достаточно плохом психоэмоциональном и физическом состоянии, рассказал накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Британское издание The Mirror, ссылаясь на разговор с близким Кремлю российским олигархом, уточняет, у Путина рак крови. Вероятно, его будут оперировать. Ранее, проанализировав видео с президентом России, врач высшей категории Национального института рака Роман Фридель рассказал, что у Путина, судя по его жестам, болезнь Паркинсона. Явно проявляются неврологические симптомы. Онкология тоже не исключена, говорит врач. Известно, что несколько лет назад Путин внезапно исчез из публичного пространства, а затем неожиданно появился в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе находится крупнейший в России федеральный онкологический центр с современным оборудованием для проведения лучевой терапии.